Лес старый липовый, нашла трутовики серно-желтые, шикарные грибы. Здесь место отдыха некоторых наших друзей. Вот, нашла такие грибы. Трутовик серно-желтый, они съедобные. И они не червивые, они только-только. Они свежие. В лесу я их не нахожу. А в этом лесу, ну, подальше от нашей девятиэтажки, липовый лес. Вот я их и нашла. Это же шик, блеск и красота. Это случайность. Я пошла за одуванчиками. И здесь полно. И за крапивкой. Насуп мне некогда в лес ездить далеко. В гнездо пока не ездим. Когда поедем завтра, в какой-нибудь лес проверим. Но такого богатства там мы не найдем, конечно. Это вообще супер. Вот, придется их резать. Мне не очень легко их резать. Но на этом месте уже однажды я нашла, когда дерево было еще вертикальное. Хорошее, доброе было дерево. А теперь оно упало. На нем много лет ничего не было. И вот опять его загрызают эти трутовики. Они съедобные. Мне они не очень нравятся. Но я их добавляю в фарш и отдаю кому-нибудь, соседям своим. Но они все едят. Лишь бы самим в лес не ездить, не ходить никуда. Красиво. В лесу хорошо. А мне пора браться за работу. Всем пока-пока.